Мы воспринимаем корвет как настоящий автомобиль мечты, и все, к чему мы стремимся, чтобы эта мечта стала еще более привлекательной. Это больше, чем просто автомобиль. Больше, чем спорткар. Это движение, страсть. Это самое необычайное средство передвижения. Это просто потрясающий автомобиль. Интерьер и экстерьер. Он быстрый, комфортный, легко управляемый. То, что нам действительно хотелось сделать, создавая корвет, это улучшить его во всех отношениях. Его внешний вид, используемые материалы, особенности конструкции, применяемые технологии, подвеску, покрышки, буквально все. Мы рассмотрели все возможности для применения новейших, наиболее передовых и эффективных технологий. Такие технологии, как система курсовой устойчивости Active Handling и система управления тяговыми характеристиками, помогают добиться лучших результатов на гоночной трассе, улучшить время прохождения круга даже в случае с очень опытным водителем. Вы можете активно использовать преимущества, которые дают новые технологии, а можете отключить все дополнительные системы. Выбор за вами. Любой, кто впервые окажется за рулем нового Corvette, заметит, насколько все изменилось. Корпус стал практически на 60% жестче, чем у предыдущей модели. Рама очень прочная и безопасная. Она буквально создана для дороги. На самом деле нам даже удалось облегчить кузов на 45 килограммов. Мы использовали алюминий при создании цельной рамы и некоторых частей кузова. Мы всегда выбираем наиболее подходящие материалы, а если это необходимо, изобретаем новые, облегченные. Мы впервые применяем карбон уже в базовой комплектации автомобиля. Мы использовали карбон для создания капота и крыши с целью уменьшить вес фронтальной и верхней части автомобиля и сместить центр тяжести вниз. Но революционность этого автомобиля по-настоящему связана с двигателем. Впервые мы объединили систему непосредственного впрыска топлива, технологию деактивации цилиндров и систему бесступенчатого изменения фаз газораспределения. Они улучшают крутящий момент и производительность как по отдельности, так и в безупречном взаимодействии. Принципиальные преимущества восьмицилиндрового V-образного блока — его компактность, высокая производительность и совсем небольшая масса. Это создает удивительные возможности для спортивного автомобиля. 450 лошадиных сил, 610 ньютон-метров крутящего момента и топливная экономичность — это неоспоримые преимущества в классе, с которыми трудно конкурировать. Система автоматической синхронизации оборотов двигателя точно улавливает момент, когда вы переключаете скорость. Она распознает передачу и мгновенно блокирует дроссельную заслонку, одновременно подбирая необходимое число оборотов. И даже если вы в этот момент передумаете, она отреагирует и подстроит обороты двигателя к следующей выбранной скорости. Таким образом, у вас получается очень плавное и четкое переключение передач. Это по-настоящему уникальная функция, которая дарит радость профессионального вождения даже новичку. Автомобили становятся все более и более сложными. Поэтому мы старались упростить всю технологическую матрицу, сделать корвет легко приспосабливаемым к любой возможной ситуации или желаниям водителя. Тогда мы объединили все системы и технологии в едином решении, в переключателе режимов вождения, который изменяет настройки 12 различных систем автомобиля. Такие как, например, адаптивная система подвески, звук выхлопа, алгоритм переключения передач, система электронного управления дроссельной заслонкой. В итоге мы получаем 5 режимов, от наиболее консервативного до самого агрессивного. Когда вы меняете режим вождения, автоматически меняются установки подвески и трансмиссии. На ваших глазах меняется даже оформление приборной панели. Если вам нравится вождение, Corvette — это тот самый автомобиль, который поможет вывести вас на новый уровень мастерства. Мы также улучшили жесткость рулевого привода, начиная с ощущения на руле и далее рулевой колонки, привода, ходовой части, вплоть до покрышек. Мы сделали управление в 5 раз на 500% более жестким. Когда вы создаете автомобиль с такими возможностями, как у Corvette, аэродинамика имеет огромное значение. Две вещи, которые мы усвоили из гоночной истории и внедрили в серийный автомобиль — это вытяжной вентилятор капота и форточные воздуховоды для охлаждения трансмиссии и дифференциала. Вы видите устремленную вперед решетку радиатора с функциональным воздухоотводом на капоте, благодаря которому горячий воздух проходит над Corvette, а не под ним. Вообще все гоночные автомобили используют эту технологию, но ни у одного городского такого нет. Каждая деталь, каждый элемент экстерьера обусловлен функциональностью, требованиями системы охлаждения, аэродинамикой или увеличением прижимной силы, необходимой для большей устойчивости.
Важно, чтобы новый Корвет продолжал выглядеть как Корвет. Вместе с тем, сохраняя легендарный силуэт, мы хотели внести коренные изменения в этот автомобиль. Новый дизайн во многом гораздо более интернациональный, даже в чем-то экзотичный. И кроме верности традициям Корвет, у него есть свое собственное лицо. В этом и состоит его развитие, очень успешное развитие. Корпус стал шире, крыша ниже, причем не за счет сокращения пространства в салоне. Колесная база стала немного длиннее, как если бы мы взяли классический Корвет и сделали его длиннее, ниже и шире. Напряженные мышцы кузова, очень космополитичный облик, и при этом это самый настоящий Корвет от начала и до конца. Вы узнаете его с первого взгляда. Вождение Корвет, как и один его вид, вызывает массу эмоций. И, как мне кажется, нам удалось часть этих эмоций также воплотить в его интерьере. Если говорить о главном предназначении Корвет, это, конечно же, новое ощущение от вождения. Вы становитесь с автомобилем одним целым. Вы чувствуете, что он мгновенно вас слушает, откликается на ваши действия. Корвет комплектуется двумя моделями кресел. Первое — кресло GT. Это обхватывающее кресло спортивного типа. Оно идеально подходит для загородных поездок и путешествий на большие расстояния. У нас также есть второй вариант. Для людей, заинтересованных в гонках на трассе. Кресло Competition Sports с дополнительной боковой поддержкой, которая в полной мере отвечает спортивным возможностям автомобиля. Я думаю, любой покупатель, который впервые увидит этот автомобиль и его салон, будет поражен. Мы использовали только высококачественные, благородные материалы. И вместе с тем действительно оригинальные. Настоящий углепластик, алюминий, кожа ручной работы — все это дает впечатление мастерской отделки. Сначала мы придумали дизайн и еще не знали, каким будет производство, технологии. И нам пришлось изобрести немало новых технологий в области сборки и усовершенствовать сборочный процесс, чтобы наилучшим образом объединить все элементы воедино и чтобы собранные элементы идеально подходили каждому автомобилю. Когда вы попадаете внутрь, это впечатляет. Когда люди видят этот автомобиль на улице, они говорят: «Ничего себе, ты только посмотри на это, я хочу себе такой». Это самый лучший Корвет за всю историю. Самый лучший. Это целая совокупность изменений, каждый из которых делает автомобиль лучше. Он лучше управляется, лучше ведет себя на дороге, это улучшенный каркас кузова, улучшенная топливная экономичность, усовершенствованный облик. Все от дизайна кузова и салона, качества, динамики и управляемости автомобиля, его торможения, аэродинамики — все это в сумме впечатляет. Я люблю его. Черт, это потрясающий автомобиль.